какой ЗПТ, ну? Второе декабря, ну, МСК. А, все. Выбрать сервер. Старший исполнительный продюсер. Тайк Чжин Ким. Этис отправился в замок Геран. В этот раз даже Белый Орден может не справиться. Мы должны найти наследника раньше, чем Этис. Он точно будет там. Надо спешить. Нужно еще время. Прошу, сдерживай врагов. Круто. Ты должна найти его. Отлично. Она нашла его. Шаман.
Наследник пробуждается. Так. Конечно, я буду за эльфа мага играть. Эсэсоца. Эльфа Ракову. Светлый маг. Сырок. Жесть, так выходят, прям уф. Оракул. Наделен божественной силой, за счет которой лечит раны и усиливает боевые способности. Светлый маг. Обладает магической силой, атакует магией на средней дистанции. Короче, люди. Это мужики, да? Темные эльфы, это темные эльфы. Тоже мужики. Орки это. Это женщины. И гномы. Да ладно, ну там же такая миленькая гномша была. Ух. Клерик гном, ух ты, интересно. Нам разведчик. А Камаэль где? Ну, тут даже орксы красивые. Ну что, будем за женщину играть, не что-то такого. Как зовут? Ну интересно, мой ник занят. Создать. Пришли в себя. Надо отсюда убираться. Проклятие. У нас мало времени. Нужно скорее уничтожить Големов. Сначала разберемся с этими. Хилит. Круто. Что мне делать? Еще одного слугу надо победить. Вам не победить! Сюда! Ваших сил пока недостаточно. Я помогу! Супер! Можете использовать силу света. Сила света. Лея, уводи наследника. Мы выиграем время. Как обычно, какой-то восставший темный эльф. Вы здесь? Не, я не тут. Не.
Я уже пошел спать. Жесть. Нажмите на подсказку, чтобы принять задание. Нажмите кнопку «Принять». Я долго ждала момента, когда реликвия выберет нового владельца. А ты что, то что? Это просто так? Круто. Жесть. Это начало прикольно. Коннектится. Класс, скоро. Дайте выйти. Сюда. А, квест надо взять или чё? Чтобы ритуал прошел успешно, нам нужно подготовиться. Должен. Берем задание. Седрик вам поможет. Продолжить. Тогда пойдете к Седрику, выпейте зелье ускорения. Откройте сумку. Используйте ваше зелье. Нажмите на ячейку быстрого доступа, чтобы поместить зелье в ячейке быстрого доступа. Можно нажмите на подсказку, чтобы двигаться автоматически. Круто, обожаю. Линейдж. Все. Не могу. Не могу пройти. Класс. Как вы себя чувствуете? С битвы за замок Геран прошло уже 3 месяца. В таком состоянии вы вряд ли долго продержитесь против серых рыцарей. Думаю, вы сможете стать неплохим бойцом, если будете тренироваться. И чат, вот чат. Да ты шо, народу много. Серьезно. Так, куда мне? Погнали. Нажмите здесь, чтобы вести бой автоматически. Класс. Пока что я не вижу у вас ничего особенного. Да ты шо? Серьезно. Начнем тренировки. Боже. Бою пригодится зелье исцеления. Нажмите здесь, чтобы автоматически использовать зелье. Теперь сразитесь с людоедами. Людоеды. Тех людоеда убью. Нажмите здесь, чтобы изменить настройки камеры. Круто. Настройка камеры. Нафига мне это надо? Так. А это нас обучают. Hello. Неплохо. Нажмите здесь, чтобы телепортироваться. Так, автобой, все. Нажмите ОК. Уже готовы.
для ритуала понадобится особое подношение. Из ветви Тимитрана откройте сумку. Используйте эту книгу умений. Класс, книга умений, это только в линейке. Откройте окно умений. Умение можно добавить в ячейку быстрого доступа. Нажмите на ячейку быстрого доступа. Умение в ячейке быстрого доступа можно использовать автоматически. Понял. Это что это такое? Ага, это какой-то поиск. Так, пошли квестари будем брать. Здравствуй, хлопчик. Эта книга хранилась в моей школе с древних времен. Да-да-да, по-любому. Так, куда мы пойдем? Конечно же, квесты выполнять. Что-то можно еще тут делать. Добыть ветвь Тимитрана, добыть лист Мандрагоры. Автобой, автобег, вот это для мобилки, это, ну, классно, конечно. Все, их надо гасить, оно мне показывает. К ритуалу. К ритуалу. Погнали, все, хватит. Назад пошли. Давай напишем хоть привет. Так, это глобальный какой-то, наверное, синеньким подсвечивается. Что это такое? Жесть, толпа. Еще так плавненько все идет. Где тут народу? Я ждала вас. Продолжить. Теперь мы можем начать ритуал. Ритуал. Склонитесь пред ликом Эйн-Хасад и помолитесь ей. Знаю, они выглядели симпатичнее эльфички в 2003-м. Ебой. Пятый уровень. Привет, заклинатель. Круто. Подожди. Привет. Ну да, все, класс. Мне класс надо выбрать. Обычный класс. Используется посох. Обладает присущей эльфам ловкостью. Улучшая улучшенный класс. Ага. Это мне улучшили класс. Так, дальше квестики. Так, у меня пылает телефон что-то. Реликвия выбрала вас. Кажется, я долго не поиграю.
что он горит весь. Реликвия выбрала вас. Вы избранный. Среди миллионов избранных. Хи-хи-хи. Жесть народу вообще, блин. Все? Игра сломалась. Вижу, вы прошли ритуал. Да, я такой. Вы один из многих наследников этой силы. Естественно. О, сосочки. Так. Как добавить сосочки? А как их куда? Куда их добавить-то? Заряд души. Круто. Камень. Вот она монстров. Так, веди меня дальше, моя дорога. Нажмите здесь, чтобы использовать заряды души. Окей, нажимаем. Авто. Мочим волков. Эльфы были первыми хозяевами этого острова. Да, естественно, рыба. А, не, душар надо мочить. А, это души эльфов. Возвращайтесь, я расскажу вам кое-что. Давайте пройдем. Вы должны научиться управлять силой наследия. Судьба выбрала вас, но и вы выбираете свою судьбу. Нажмите здесь, чтобы открыть окно магазина. Нажмите на призыв класса. Нажмите здесь, чтобы посмотреть. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть до конца. Когда закончите, закройте окно, коснувшись экрана. Попробуйте совершить покупку. Вместо этого должен быть этот. Как он называется? Вам решать, принять силу или отказаться от нее. Усах. Ничего не понял, ну ладно. Тут что у нас, класс? Ого, что оно так виснет. Светлый рыцарь. Светлый маг. Привет, заклинатель. Предоставьте мне грязную работу. Редкий. Вся моя кровь до последней капли принадлежит правителю. О, Эйн Хасад, помоги мне искупить чужие прегрешения. Дети воды, земли вечной весны ждут. Аватарочка? Нас. Следовать за монархом. Вот и... Мое королевство Вау. Будет вечным, как огонь, что никогда не гаснет. Секси. Возвращайтесь в землю. Рыцарь.
пока ничего не понятно. Классы, кастомизация. Я слышал, что ритуал прошел успешно, и старец, вы все равно остаетесь моим учеником. Сразитесь с кобольдами в говорящей долине. Кобольдами. Ежедневные награды. Я буду каждый день заходить, она мне будет что давать. Пришло время для последнего задания школы. Круто. Прошло 20 лет. Реально прошло 20 лет. Отлично. Теперь вы достойны звания моего ученика. Первый раз, когда я в клубе сыграл линейдж. За компом матери играю линейдж на мобилке. Никто б не мог подумать об этом. Каин сказал, что вы снова встретитесь, когда мы вернем замок Геран. Этот Агатион станет вашим спутником в долгих странствиях. Откройте сумку. Используйте карту Агатиона. Нажмите здесь, чтобы открыть меню. Откройте окно Агатионов. Это бафер какой-то или что это? Выберите полученного Агатиона. Нажмите кнопку «Призыв Агатиона», чтобы призвать его. Круто. Ну, вот такая штучка милая. Так. Что ж, думаю, теперь вы готовы. Я всегда готов. Белому экрану. Все, отправляемся! Пришло время исправить то, что Этис сотворил с нашим миром. Тьма приближается. Но не бойтесь. Эйн Хасад очень сильна. Она защитит нас. Черная книга Кран. Жесть лагает. Да.
Выпустите меня. Помогите. Ай, жесть. Боже мой. Все с агатионами. Все, на этом мой путь закончился. О, кто-то пробежал. Блять, мне как-то надо тэпнуться, я хуй его знаю. Давай в бок. Давай, давай, ты сможешь. Просто на одной локации, наверное, лям людей стоит. Ну, полляма точно. Я вроде продвигаюсь или нет? Мне кажется. Да. Вправо, влево, вправо, влево. Ебать, тут людей. Я вроде, наверное, на месте стою. Жесть. Это квест прям, это вызов. Но я двигаюсь, Вправо-влево, вправо-влево, и оно как-то продвигается. Давай, давай. О-о-о. Давай, давай. Жесть, тут народу. Вообще не продумали. Или в этом весь кайф, я не знаю. Да. Да чисто чат пообщаться. Там нажимаешь. А где мой квест сделал сало? Автобэх нажал такой. Ой, оно потихонечку продвигается. И читаем чатик. Пиздуй спа. А что тут говорить можно? Громкость. Защита от слухового утомления, ничего себе. Так, а я продвигаюсь или нет? Мне кажется, нет. Она пытается потихонечку, пытается. Слабак, черная пятница. Это в секонд, очередь секонд, короче. Кинти клан. Привет всем. По левому. Вступлю в клан, уже сразу в клан, давайте клан, гильдия. Продвинулся на 10 метров. Вот точно, очередь за вакциной. Да последний, кто край. Так, а я продвигаюсь или нет? Нифига, не надо самому. О-о-о-о-о! Во! Ебой, я смог. Фух, Это как рандом... Мне кажется... А, это как сперматозоиды, клад, великан. Из-за ранения лорда, все в Глудио теперь вверх дном. Глудио, нихера себе. Это просто музыка для моих ушей. Ох, ни одного дня спокойного. Пропустите, алё. Нет, автобег пока тут не работает. Жесть, народу. А в Глудио это вообще, наверное, тут даже не пройду. Что тут за... Нихера себе. А, тут фиг подойдешь к квесту, блядь.
Да, жесть. Куда мне идти? Нет, давай слева как-то. Ох, ёпта. Просто со всех сторон. Бля, я не могу. Давай, давай, давай. Давай, может как-то тэпнется. Лорд сейчас не может с вами встретиться. Ему нужно отдохнуть. Продолжить, всё просто. Продолжить. Так, теперь выпустите меня. Выпустите меня. Жесть. Это настоящий квестар, это пиздец. Помогите. Сука, меня засосала эта трясина. А, они тэпаются, подожди. Как-то ж тэпаться можно. Я выбежал. Не, нифига. Видишь, они все тэпаются. То ж так, бот, тут ты зашел, а назад ты не выйдешь. Угу. Экипировать. Экипировал. Круто. Так, телепорт надо найти. Это что за класс? Бля, у меня что-то аж в голове, сука, за это. Замигало, блин. Это Brain Memory тоже, блин, там все мигает, но не настолько жестко. Да, блядь, дайте выйти. Как они тэпаются? Наверное, на этом мой путь сейчас и закончится. Давай, давай, давай. Они двигаются, я как раз вот эти мелкие двиги и пролезу. Так, это надо вид сверху делать. Так, телепортация, печать духа, коллекция. Ебать, мама, роди меня обратно. Так, надо свиток ТПшечки. О, вот он. Ебой. Нашел, нашел. Прям в инвентаре лежал, просто надо было там по этим полазить. Так, не-не-не-не, назад я не пойду. Или это следующий квест? Мы это оббегаем. Хер пройдешь. Давай, давай, милая. Давай автобег, куда веди меня. Все правильно. Все четенько. То есть мне аж больно в голове стало. Так, надо этих поубивать. 11 левел. Ебой. Вы справились с заданием?
Наверное. Подожди, а что мне надо было делать? Доложить главнокомандующему чуваку. Самое сложное мимо вот этих зомбаков пройти, которые около квеста застряли. А, или мне опять сюда... Не, это реально просто жесть. Да сразу, короче, сейчас закупиться свитками ТП, потому что... Это не дело. Туда пускает, а оттуда не выпускает. Надо думаться, что это мигает, это ж люди тэпаются. Блять, засосало. После О, этого есть. Задания я сразу поручу вам еще одно. Это супер. Когда получите новое снаряжение, не копируйте его. Откройте сумку и дважды нажмите на нужное снаряжение. А что у меня за снаряжение? У меня все экипировано. Давай еще раз экипируемся. Так. Награды. Что награды? Я же получил все уже. Купить премиум. Обычный премиум. А чё, сколько почём премиум там? Один жетончик. А у меня нет, наверное, до такого. Да, у меня ноль. Конечно, я куплю премиум в следующей жизни. Опа, у меня выпустило. Хорош. Так, теперь мимо зомбаков надо пройти. Ух, епта. Но вправо-влево оно как-то тэпает сквозь них. Оп. Угу. Жесть. Просто не представляете, сколько сейчас тут народу. Не, надо через ТП-шечку. Что это такое? Не, я ничего не хочу покупать. Идите нах, черви, блядь. О, телепорт. Цена бесплатная. Бомба. Просто надо было нажать вот сюда. Нажать телепорт. А вы сильнее, чем я думал. А, мне нужно выбрать. А что я выберу? Так, суп. А что оно дает, как мне узнать? О. Урон в ближнем бою. Не, это мне не интересно. Вот это что дает? Урон в дальнем бою. И третье, наверное, магический урон. Да. Получить. Наведите там порядок, пока проклятые ящеры все не растащили. О, шлемас. Хорош. Телепорт. Окей. Хорош. О, что мне начинает затягивать? Экипировать, экипировать. Верните материалы, необходимые для строительства. Не, это жесть. Это надо, короче, играть где-то через месяцок. Не, думаю, через недельку тут уже не будет столько людей.
Я могу тэпнуться. Телепорт. Бесплатный. Круто. Пора разобраться с этими ящерами раз и навсегда. Мне надо убить элитного главаря ящеров. Ладно. Так, есть. Так, все, всех поубило. Побежали. Зачем бежать, если можно сделать телепорт? Правильно. Телепорт. Вы отлично справились. Если не трудно, помогите нам еще в одном деле. Конечно, мы вам поможем. Так, экипируем штанышки красивые. А, или там штанышки мне дадут за квест какой-то, наверное. Так, телепорт. Да, это не красавцы, конечно, с телепортами. Вначале, то что это... И... Так, а куда мне? Куда мне что идти надо? Регина обещала кого-нибудь прислать. Просто это нереально вы? Что найти. Да, это я. Чем лучше ваше снаряжение, тем вы сильнее. Что я там выбрал? Книга умений, ага. Пора освоить новые умения. Да-да-да. Книги умений можно купить в поселениях у торговцев. Это... Луна стала красной. Примите поручение божества и уничтожьте монстров. Конечно. Я всех порешаю. Охуеть, статуя на побосаре. Принятое поручение можно увидеть в подсказках. Да, я понял. Жесть, круто. Мечами это ДД или сам? Шоу. Здесь наворотили в линейке, конечно. Так, а шо у меня там? 67%. Я уже играю. Еще часок, я думаю, я выдержу в этом аду. А куда это мы? Книга умений. Это она меня ведет к торговцу. Или квест на книгу умений, не знаю. Поговорите с торговцем книгами умений. Угу. Понял. Мне к нему пройти бы еще. Так. Блин, какие недорогие. Книга магии. Это в наличии, да? Так, купил книгу. Если я еще не ту книгу купил, я себя знаю. Изучить. Я изучил какое-то умение. Круто. Умение. Так, это ускорение. Как мне его выставить? Ага.
Вот так мы его выставляем. Так, изучил новое умение. Выполнить поручение духа. Так. Давай, ладно, дальше пойдем. Бесплатный телепорт. Поручение духа. Это что такое? У меня оружие сломалось. Когда проверим товар. Угу. Ничего не понял. У меня сломалось оружие и чё? Она починила его. Камеру давай. О, круто, сфокусироваться на... Так, я там всех поубивал, все, почти дальше. Так, а отдалить я могу? Нет, не могу отдалить. Мне так не нравится. Так более комфортно. Здесь отмечено место встречи. Если по дороге доберетесь вот. Штанышки красивые одеваем. Идем в путь. Идем дальше по квестам. Твари, разойдитесь. Кто-то про телепорт не знает. Как и я. Не знал. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Не, надо самому. Надо самому. Окей. Так, это данж или что? Переход на другую локацию. Сейчас поможем, дружище. Нет, честное слово, если бы кто-то сказал, что я буду на телефоне играть линейку через 20 лет. Орки предложили нам хорошую сделку. Да ну это нереально, пскали, ты чё? Братишка, не потянет телефон. Сумбиан 8.1, господи.
Так. Вот тобой. Это ускорение, я так понял. Так, побежали. Я что набегаю? Так, убить. Гнолов. Безвольных гнолов. В покинутом храме. Там мне дальше надо идти. Двоих. Ключ от тюрьмы у лейтенантов. Продолжить. Идем дальше. Светится, я не пойму. Что мне тут можно забрать? Я все позабирал вроде бы. Ежедневный бонус. Нельзя автоматически переместиться. Доложить начальнику стражи. Телепорт. Значит, начальник стражи. Если это правда, дело было. Опачки, накидочка. Какие-то штучечки. Перчаточки. Экипируемся, короче, по полной. Что за зелье? Зелье. Зелье развития. Позволяет получить бонусы очки опыта. Давай, жахнем его. Жахнули. Это что такое? Растворитель. Это для крафта, наверное, нужно.
Это что, зелье ускорения? Булькаем зелье ускорения. Так, свитки. Магический пергамент. Бумага. Пергамент, который можно получить. Разобрал книгу умений. Так, это знак поручения. Серебро, знак поручения, знак для полу... Блин, у меня все мигает просто в глазах. Оттепнуться отсюда куда-то. Эти предатели сговорились с орками. Надо поймать предателей. Сейчас поймаем. Пропустить. Дайте пройти. Москва, девушки есть? Для БД. Ну да, сейчас такой тебе это и ответят. Нужно качать для БД. Так, очень мобл. 17 левел ап. Чудесно. Надо дальше. Да, за мага, наверное, самое легче играть в начале или лучника. Так, я сфармлю с них оттеночку. За убийство. Так, еще двоих. Что сказал Дурс? Это было оружие древних эльфов. Так. Блин, а что она выбрала? Так, дальше. Тэпаемся дальше. Что-то поднимает, правильно? Мне надо поднимать.
автоподбор, правильно? Подбирать снаряжение во время охоты. Угу. Экипировать, а это что? Дыхание Сайхи. 10 минут. Похоже, вы справились. Супер. 10 минут. Драг камень. Ух, очки. Овнули дыхание Сайки. Идем дальше. Так, ну дальше тут набиться. Так выпустите, алло. Убить бойцовых псов в лагере орков. Турек. Ходят слухи, что среди орков есть настоящие чудовища. Угу. Орки стали сильнее благодаря темной магии. Нормально, уже играю час, и у меня наполовину только сел телефон. Жестко телефон греется. Так, тут поубивали, пошли дальше. Она идет, можно почитать там всякую фигню. Интересное задание. Репорт. Да вы страшнее любого орка. Согласен, значит, куда-то палаем. Окутан весь лагерь. Ух ты, а это что такое? Поношенный плащ. О, уровень. Я люблю поношенные плащи. Это что такое? Свиток, модификация брони. Как вспомню, спойлил гномом. Эх, было время. Было классно. Воспоминания. Не надо тэпаться, только тэпаться. Бесплатно надо пользоваться. Да как ты смеешь? Там был сабан, но он же умер. Кто любитель собак? Дон Клан. Это типа мафиозич, Дон. Куртуба вовлек Сабана в это дело.
Внушите боевой дух чертумы. Это что это такое? А, это он типа собирает. Не думал, у меня посох сломался. Дальше. Ничего не хочу покупать. Так, соски. Косарь сосок 40 копеек. Косарь сосок 40 копеек. Но у меня пока соски есть. Так, а я что-то там получал. Получить. Модификация. Мультимодификация. Так, это я пока не понимать. Так, получить. Разобрать. Ничего не могу разобрать. Опа, сигиль. Да? Это что такое? Что это такое? Не могу это одеть. Это мне выпало. Сталь. Материал сталь. Печать оркул. Это печать оркул какая-то фигня. Квестовая, наверное. А где мой поношенный плащ? Или я еще его не прошел? Так, получить. Угу. 50 лямов адены. Сталь. О май гад, был Данила. Мне не светит там ничего получить. А, вот. Ежедневный я тут не получал. Что, еще что-то? Подожди, это не то. Купить 600 копеек. Не, у меня нема. Я не богатенький Ричард, к сожалению. Так, наверное, я на этом буду закругляться. Ладно, товарищи. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всем до новых встреч!